Вот вынужден что использовать, чтобы отапливался у нас дом. Больше нечем. Больше электричества уходит, чем за отопление. История с холодными батареями в начале отопительного сезона в квартире Марии Володиной повторяется каждый год. Сценарий один и тот же. Тепла нет, из-за этого заболевают все члены семьи, в том числе и дети, говорит Уфимка. Дети болеют часто, без конца. Вот старший до сих пор он болеет, лежит. Маленький пока в садик, и то неделю сходит и опять лежит тоже. То же самое наблюдается и у других соседей. При этом на отсутствие тепла жалуются жильцы только первого этажа. И так почти каждую осень. Год назад наша съемочная группа приезжала на этот же адрес. Проблема была аналогичная. С вами связались, дали отопление. Вроде зиму перезимовали. В этом году опять та же самая проблема, что отопления нет. Сейчас опять бешеные счета принесут. За что? Жильцы рассказывают, они неоднократно пытались обратиться в ЖЭО. Пытались, потому что порой невозможно даже дозвониться до управляющей компании. Вот, все, телефон сбросили вообще. И вот постоянно так. Задержка в подаче отопления произошла из-за излишнего воздуха в батареях. Об этом сообщили в 30-м ЖЭО. Уже в течение 2 дней проблему обещали устранить. По давлению теплоносителя, то есть разбираемся ежегодно с этим домом, работаем совместно с БашРТС. Год постройки 1951, он в аварийном состоянии, признали его. И сейчас будем работать, продолжаем, обязательно запустим. В городской администрации напоминают, от момента подачи тепла до прогрева батарей в квартирах может пройти несколько дней. В данный момент ответственные организации работают в полную силу, иногда даже в 2 смены, чтобы оперативно реагировать на заявки уфимцев. По поводу проблем с отоплением можно обратиться в ситуационный центр. Его телефон указан на экране. Ильсия Армухидинова, Марат Кашапов. Вся Уфа.